Добро пожаловать на весенний турнир «Русволи». Два игровых дня, 41 команда, 350 человек. Погнали! Сегодня, 18 и 19 мая 2024 года, школа волейбола «Русволи» проводит свой весенний турнир среди взрослых команд. И хочется отметить, что школа волейбола развивается, от года к году становится больше локаций и групп, и на этот турнир у нас зарегистрировалась 41 команда. Это все наши ученики, которые тренируются на локациях по всей Москве. Всего на данный момент в школе волейбола 28 локаций. На протяжении двух дней ребята соревнуются на трех кортах и выявляют победителей в трех уровнях. Это начальный, начальный плюс и средний уровень. Турнир по классическому волейболу. Под моим руководством участвуют сегодня 4 команды от двух локаций, от Планерной и от Крылатского. От Планерной играют в начальном уровне, от Крылатского команды играют в начальном плюсе. Команда от Планерной одна уже успешно отыграла групповой этап, не допустив ни одного поражения. С ребятами мы готовились долго, усиленно. Переживания были в начале, потом были, сейчас тоже есть. Но надеемся, что завтрашний уже финальный этап будет немножко увереннее, и все будет отлично. Команда, которая прошла без единого поражения в групповом этапе, называется «Планер на один». Как тренер, команду «Планер на один» оценил, конечно, как целеустремленных, очень ответственных ребят. У нас от одной локации выступает две команды, потому что желающих достаточно много у нас. И чтобы все побольше поиграли, все успели насладиться нашей замечательной игрой в волейбол, мы сделали две команды. Мои команды представлены сегодня на турнире на уровне начальный плюс. 4 команды, 2 от Нагатинского затона, это Нагатинский затон 1, Нагатинский затон 2 и Каховка, и также Юго-Запад. Мы усердно готовились полгода к этому турниру, ребята готовы сегодня показать все, что они могут. И собирайтесь, выиграли, собрались, Игнат, собираем. Четыре команды, и мы планируем занять первое, второе, третье, четвертое места. На турнире у нас присутствуют наши тренеры, которые поддерживают свои команды, ну а когда команды их отдыхают, они, соответственно, судят эти же соревнования. И сегодня у нас задействовано порядка 30 наших тренеров, которые и судят, и поддерживают команды. В общем, находятся с нашими учениками постоянно. Ребята, вы супер, вы молодцы. Раз, два, три, эй! Давай, давай, давай. Погнали! Просто! Вперед! Аут! Один! Супер! Давай, Саша! Отлично! Давай, Леня, валивай! Все, отлично! Подсобрали, подсобрали, да? Когда перевод не соединить, все нормально. Молодец! Добежать, добежать! Андрей, валим!
Вот мои умницы, которые выступают на турнире по волейболу «Росволи». Только что отыграли финал. Очень много эмоций, потерянный голос. К сожалению, проиграли второе место, но это очень хороший результат. Я доволен своей командой. Они единственные. Команда называется «Ховринские доходяги». Но играют они, конечно, лучше, чем доходяги. Вот. Они занимаются всего с августа, и уже у них второе место. Они большие молодцы. Я очень доволен данным результатом как тренер. Когда я сюда вчера приехал и мы начали играть, я прочувствовал эту кайфовую атмосферу и полностью зарядился. И сегодня уже ехал окончательно побеждать, вырывать эту золотую медаль. Всем рекомендую гонять на турниры. Проверка навыков, нервов, силы духа. Такие турниры, они показывают, чего достигли ученики в течение времени, которое они у нас занимаются, чего достигла его команда, его группа, в которой он занимается, и насколько они прогрессируют. У каждого из учеников проявляются какие-то навыки. Кто-то хорош в нападении, кто-то в защите, кто-то в распасовке. Все это показывает как раз турнир и соревнования наших учеников. Медали, которые они получают, а также призы от наших партнеров и спонсоров, очень хорошее тому подтверждение. Появляется мотивация заниматься дальше и расти, развиваться в волейболе. Спасибо нашему спонсору за предоставленные призы для нашего турнира. Компания «Востека» производит широкий ассортимент экологически чистой продукции, используя только натуральные ингредиенты. И от всей души благодарю наших дорогих учеников, которые однажды выбрали школу волейбола «Росволи» и сейчас тренируются у нас. Мы стараемся делать наш продукт лучше и интереснее. Организуем вот такие вот турниры, выезды по всей России, кемпы по пляжному и классическому волейболу. И я приглашаю всех желающих регистрироваться на сайте, на любую локацию, которых у нас порядка 30. Приходите, уверен, вам понравится. Занимайтесь волейболом вместе с «Росволи» и завоевывайте золотые медали.